мы, граждане Республики Казахстан и граждане города, против вашего назначения. Мы хотим, чтобы вы ушли в отставку. Ну, я не знаю, уже корона у вас, что ли, вросла, что к вам нельзя просто зайти и подойти. Вы знаете... Мне, я сейчас вынуждена была дать ложные свои сведения, чтобы меня сейчас не отобрали, пожалуйста, у меня микрофон. Вопрос такой. Вот когда говорят, мы, жители города Алматы, решили... Все в восстановленном законодательном порядке. Пожалуйста, обращайтесь. Если факты, которые произошли, пожалуйста. Но я вас не прервал же. Я хочу вам сказать, что в этом зале нет никаких ограничений. Сидящие люди приходят, уходят, задают свои вопросы. И это происходит у меня в каждом районе и везде. Поэтому вопросы с моей судьбой, наверное, ну, определятся как-нибудь и примут решение связанное. Но, к сожалению, на ваше мнение не могу опираться и говорить, что это решение. Спасибо вам большое. До свидания.